начинается опять близко. Пока опять мяч, так вот он дает.
Да,
Счет у нас пока 0-0, сыграли 12 минут. Помню, что это кубковая встреча. Ничейный результат. 7-12. Thank you.
даешь комментарий, что проблема с трансляцией, ну, пожалуйста, я прошу еще раз напишите кто-нибудь. Либо хорошо идет трансляция, либо какие-то лаги. Это очень важно. Потому что пока с проблемой там остался только один человек. Если проблема только у вас, то, скорее всего, это не виноват. Подача Ревизи, ну, в центре штрафной, скидка назад, Егор Авдеков, удар. О, защитник попадает мяч. Вновь Авдеков. На этот раз проведет не дали. Серию финальную. Давай залетим до красного.
большую подачу. Баулев в дальний угол, и счет 1-0 становится. Отличная атака. Вот только написали прогноз 2-0 победы Спартака. Тут же ваш прогноз не сбылся. Баулин открывает счет в сегодняшнем матче. Отличное включение нашего защитника. Подача Ремезова. И головой в дальний угол направил мяч. Thank you.
пенальти. Счет 1-0 в пользу Металлурга. Единственный гол пока забил Дмитрий Баулин. Ой, в комментариях обсуждение. Пишут неправильный счет. 1-0. Впереди команда Металлурга. Хороший запрос на Ренкова. Нет положения вне игры. Уже вступает в прессе тренировки игрок и нарабатывает головой. Thank you.
дальний удар наносит. Thank you.
еще назад, залетим. Перевод направо, лишний. Егор убирает под левую и бьет в лишнего.